Ты лучший, Томас. Ты лучший. Спасибо. So, I am Thomas. Меня зовут Томас. I am Italian singer. Oh. Я итальянский певец. Томас. Grazie. Спасибо. Томас. Thank you so much. Спасибо большое. You are singing fantastic. It's absolutely. Ты поешь прекрасно. Просто замечательно. And I just want to congratulate you. Я просто хотела тебя поздравить с тем, что ты попадаешь в мою команду. Я нажала кнопку первой. Это была я. You're not the first. Ты не была первой. Don't listen, this не слушай guy. Его. I push Я first, нажала okay? первой. Понятно? No. Just lie. He was Он просто врет. Он часто врет. Скажи, что еще танцевала. Я танцевала. Ты видел, как я танцевала? Потом у нее красивое платье. Did you see me? Ты видел? Oh, thank you so much. Спасибо. You near the stage, я поддерживал тебя рядом со сценой. И я давала свою энергию тебе. So, у тебя просто нет выбора. Во-первых, у него нет выбора. Нет выбора у него. Во-первых, спасибо. Я благодарю вас, потому что для меня это большая честь находиться здесь. Столько миллионов людей. Это не так просто для меня, потому что я приехал из Италии. Это далеко, это не близко. Я благодарю вас. Но мы любим Италию. Я был удивлен тем, что встретил вас снова. Потому что 10 лет назад мы вместе пели на Евровидении. Really? Я участвовал в том же конкурсе. У меня есть фотография с вами. Я был в команде Паоло Минигуцци от Швейцарии. Я был бэк-вокалистом. И видишь, это судьба. Это просто сумасшедшее совпадение. Я хочу услышать мнение других наставников. Я ничего говорить не буду, тут все ясно, да. Дело в том, что
у меня в команде уже есть один итальянец. Притом, когда он начал петь, я сразу почувствовал, что это итальянец, даже сидя спиной. А ваша манера настолько не похожа на итальянскую, я был уверен, что вы русский человек. Искренне. Правда? In these days I have studied all the music. В эти дни я изучил музыку всех наставников. Теперь вы мои наставники. I think I have pop style. Дело в том, что я работаю в стиле поп. И я даю свой голос Ани. Спасибо большое. Я так счастлива. Ты замечательный. Мы с тобой хорошо сработаемся. Для меня это большое счастье. Тебе повезло. Молодец. Вот и 12 персон в наборе. Ты лучший. Я думала, что у меня будет инфаркт. Поздравляю. Да. Переведи ему, что он настолько высокого мирового уровня, что для нас честь иметь такого человека в нашем проекте. Пускай отдыхает и не забудет меня пригласить к себе в Италию. Всей семьей. Пожалуйста, приезжайте к нам тоже. Скажи, что я буду не один, я буду с девочками. Пожалуйста, приезжайте вместе. Бай, спасибо. Круто. Дима, спасибо. Спасибо, ты великолепен. Гений просто. Спасибо. Слышали? Кто гений? Дима гений. Дима красава.